Саша где-то прочитал, что если поливать огород компотом, то вырастут конфеты. Я ему, конечно, не поверила, но эксперимент провести разрешил. Он весь день провел в огороде, поливал, потом проверял и никак ничего не вырастало. Саша не отчаивался и продолжал, поливал самыми разными компотами. И когда он сам уже перестал в это верить, случилось чудо. Он в очередной раз пошел проверять, из земли выползли 4 конфетки. Он сразу же начал их кушать и думать, что же еще ему вырастить на огороде.